Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Черепашки-ниндзя-легенды. Что у нас тут в магазине? Ага, бесплатная колода. Давай откроем, посмотрим, что нам тут выпадет. $7, вот и все, что мне дали. Так, по боевке. О, вот это вот нужно мне обязательно сегодня отыграть. Телепорты нам всегда нужны. Вы это все прекрасно знаете. Так, что у нас тут по времени? Сброс только через 8 часов. А может быть, что-нибудь в магазине появилось? Ни шиша. Обидно, грустно, ну да ладно. Самое главное, ребята, зачем я сюда зашел? Конечно же, пройти черепашью бурю. Давай посмотрим. Так, здесь, насколько мы помним, будем фармить с вами. Будем ли фармить? Нет, в принципе, можно, ребята. 115 у нас с тобой есть телепортов. Самое интересное, кого мне сейчас дадут? Каких персонажей? Да ну вы серьезно, ну... Ну ладно, это, я думаю, мы с тобой пройдем первое испытание, да? Первый эпизод. А вот насчет второго, третьего, конечно же, большие-большие сомнения. Да, в принципе, и с первым тоже. Ну-ка, давай с тобой попробуем как бы не оплошать, да? Не упасть в грязь лицом. Так, ну что, тут в первую очередь, наверное, надо все-таки валить... давай так сделаем. Майки. Есть. Потом, конечно же, Леонардо. Хорошо, что он у нас замедлен. Есть время, как говорится, с ним справиться. Так, теперь Рафаэль. Ну и в конце уже Донателло. Опять же повторю, ребят, 60 уровень. Так, здесь у нас черепашки фильм. Так. Ну-ка, ушатаем мы этого. Да, ребята, Майки упал. Дальше кто у нас идет? По старшинству. Рафаэль. Тыдыч, нормуль, Баксер подтянулся вовремя. Добил, так, Лео. Давай, наверное, Донни с тобой ушатаем. Чпок, и готово. И теперь Леонардо. Так, Лео там что-то выпендривается, но это зря, конечно же. Тут уже ему никто и ничто не поможет. Переходим с тобой на третью волну, конечно же. Так, здесь надо нам, по идее, Донни как-то. Опа. А почему мы не смогли его... забанить? Повесить сальницу не смогли почему-то, ребята. Но зато минус двоечка, так. И здесь постепенно урон. В общем, ушатали мы этих ребятулек с тобой. Надо было, в принципе, баф повесить, я думаю, на себя, да? Ну что же, черепашки классика. Здесь, конечно же, нужно начинать, наверное, с Рафа, я думаю, в первую очередь. Почти, ребята, ушатали. Теперь вызываем массовую атаку с помощью наших маузеров. У-ху-ху-ху. Слушай, когда тут вообще мы на изи прошли с тобой. Вообще на изи. Даже никто не успел дернуться, прыгнуть на нас. Вот интересно мне, что у нас со следующим с тобой эпизодом получится. Так, Микел, $60, кстати, неплохо так. 60 бакинских, как с куста сорвать. А здесь какие у нас уровни? 70, ребят, ну здесь тоже можно попробовать, конечно. Я думаю, наверное, получится, да? Кстати, что мы тут с собой... Вот. Здесь уже поинтересней фарм получится. Здесь оригиналы, оригиналы мне нужны. Плюс классика. Слушай-ка, и ролевики, и видения. Слушай, вообще смачно. Но также есть, которые у меня. Даже я бы сказал бы, вот эти все нижние есть. Тут еще Майки фильм, Рафаэль фильм тоже есть. Слушай, а Донателло фильм у нас прокачан с тобой или нет? Я вот что-то не помню. Дай-ка я гляну. Донателло фильм. Мне вот что-то стало интересно вдруг. Где он у нас? Ну, видишь, Рафаэль фильм, да? Максималку имеет. И Майки. Донателло космос. Это все не то. Подожди, я его пропустил? Нет. Да, ребята, у него 79 ДНК. То есть, даже есть смысл на него пофармить. Угу. Отлично. Тогда это вдвойне приятнее. Кстати, у нас еще, не забывай, есть платиновое испытание. Ну-ка. Ай, красота. Ну, хоть где-то нам повезет. Это чуть-чуть попозже. Сейчас мы с этим начали разберемся. Поехали, друзья мои. Как говорится, попытка не пытка. Если пройдем с тобой все полностью на 3 звездочки, я займусь фармом. Конечно, очень много не пофармишь, потому что телепортов мало. Ну, попытаемся по большинству. Так, Рафаэля надо ушатать. Есть контакт. Так, Майки, не надо... конечно же, на атаку, друзья мои. Он бафает всех на атаку. А мы снимем им броню. Я думаю, теперь не помешает нам лишняя защита. Так, Лео, тихо.
Не забывай, что в этом отряде у нас нет хила. Тихо ты. Меткость, да, понизит? Ничего у нее не получилось, ребята. Минус. Майки, наверное, мы с тобой сейчас ушатаем. И Донни. Нет, Донни будет еще стоять. Но это первая волна только была. И у нас уже покромсанные ребята. Особенно Крис Брэдфорд. Давай волну, наверное, выпустим с тобой. Так, надо быстренько уничтожить Донни. В плане. Тихо, 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 тихо. Молодец, Рокзар. Ой, сейчас делает массовую, да? Массовая была атака, друзья. Только бы этот еще не применил. Готов. Так, этот берет провокацию. Хорошо, что провокация, ребята, а не волна. По мне, так волна будет немножко поопаснее. Давай, наверное, баф с тобой повесим. Угу, этот отдуплился. В любом случае, он погибнет. Так, переходим с тобой на третью. Воу, вот это вот, ребята, да. Это оригиналы, и тут уже серьезно, не до шуток. Начну, наверное, я с Рафаэля. Попробую постепенно на него повесить. Дальше бомбочка, чтобы замедлить их. Так, 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 подожди. Ну, этот, предположим, отдуплится, да? Теперь, наверное, лучше Лео брать. Пробивать его, потому что он может в провокацию встать. Упс, у него еще вот такой удар есть, оказывается. А если мы когти бросим? Шикарно. Так, этого заблокировать сможем? Найс. Так, теперь лучом. В плане мимо. Какое мимо? А, блин, очищение делает, этот выживет. У него постепенно урон снял. Так, ребята, тихо, тихо, тихо. Не паникуем, не паникуем. Давай, наверное, мы с тобой сделаем следующим образом. Пробьем, есть контакт. Здесь нам с тобой вот этого достаточно, да? Окей. Фух, аллилуйя, ребята. Аллилуйя, мы с вами пока идем неплохо. Но еще последний. В плане. Ты что делаешь, Шерхан? Ох. Так, есть у нас еще пока резервы, ребята, есть, давай. Ай, красава, Бакстер, красава. Так, значит, уничтожаем массовиков. Это в первую очередь Рафаэль. Так, теперь защиту лучше поставить. Угу. Смерть с небес пойдет на Донателло пойдет, ребята. Окей. Здесь попробуем броню немножко снизить. Так, он ускоряется, да? А, еще и броню вешает. Нет, 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 не надо, у нас броня есть. Ай-яй-яй. Тихо, ребята, тихо, 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 тихо. Есть контакт. Сбить надо броню, блин, сбить броню, говорю, надо. В плане мимо-то, блин. А, у него уклонение, кстати. Массовое. Ай, тихо, ё-моё, блин. Фух. Фу. Повезло, друзья мои, нам повезло. Блин, буквально на соплях там выжил. Твою ж дивизию, а. Пужанулся я, конечно, тут, не на шуточку. Не на шуточку, ребята. 75 жетонов, так, Донателло ролевой еще получили. Слушай, это классно. Ну, ты сам понимаешь, что сюда я уже не пойду. Ну, 80 уровень. Нас там распишут. Был бы у меня еще тигр хотя бы 80-го, может быть, я бы и рванул бы туда. А так, скорее всего, мы проиграем. Так, ну что, мы можем с тобой сейчас немножко пофармить. Капельку буквально, чуть-чуть. Поехали. Так, майки. Оу, а мне майки-то как раз и нужен. Подожди-ка секунду, ребята. Фармить. Что-то я не то делаю, я же хотел здесь. Блин. Ай, дурак, а. Я же забыл, что здесь-то нам тоже надо. Ай, ладно. Есть еще на одну заходочку у нас с тобой. На одну заходочку, три волны, я думаю, мы с тобой здесь справимся. 70 уровень противников, ну, потратил я, понимаешь, сыр. Вот в чем беда вся. Потратил сыр, и нам хватит с тобой на один бой. Ладно, ничего страшного, завтра с тобой, я думаю, допройдем. Потому что, я думаю, мы и дальше с тобой сможем продвинуться там. На этом, как говорится, не заканчивается. Ну да, плюс еще арена, лига. Да, будет завтра еще, наверное, ребят, серия. Хотя завтра на работу выходить в ночь. Ну, постараемся, может быть, успеем. Хотя у нас, знаешь, как бывает, я обычно успеваю записать, но не успеваю выложить, а выкладываю только на следующий день. Поэтому иногда, когда я говорю, что сегодня четверг или среда, а видосик выкладывается в пятницу или в субботу, то некоторые мне поправляют рейд, типа, сегодня не тот день, который ты говоришь. А это все из-за того, что на меня вешают баф. Дебаф даже, вот что из-за чего, ребят. Конечно же, из-за того, что... А я тогда тоже провокацию возьму.
что я не успел выложить в тот же самый день. И мало того, что провокацию, я еще и уклонение поставлю. Нифига он хитрец. Понавесил тут на меня такие дебафы. Мы его, наверное, сразу же вырубили. Значит, сосунок. Так, защита, конечно, пониженная здесь. Сейчас проникающимся звезданет. Ага, хорошо, что он промазал. То есть наше уклонение лучше, чем ихнее понижение брони. Четенько все. Так, сейчас мы с вами разберемся. Ну, хорош. Фу, мазила. Так, и переходим с тобой на последнюю волну. Тут у нас кто? Такая неплохая компания, я тебе скажу. Поехали. Теперь вертушечка, моя дорогая. Опа, и все спатенькие легли. Слушай, а мне, наверное, не хватит, да, на следующий бой? А там какой будет уровень? 80-й, по-моему, если я не путаю. Так, снаряжение клан Фуд, это хорошо. Не хватает. Вот не хватает, и хоть ты тут тресни. Ну, в любом случае, ребята, мы с вами должны попробовать на эпизод 2 зайти. Соответственно, я уже не смогу пойти на испытание здесь, как говорится, попробовать. 20 сыра, как-никак, здесь требуют. Ну, тогда давай-то быренько с тобой пробежим по аренке. Ранг 52, кстати, не особо сильно меня за это время сбросили, как ты видишь. И возьму-ка я здесь... Давай вон Майкла возьмем. Майкла возьмем. Так, у нас с тобой есть откатики. 74 уровень. Раз, два, три. Может быть, 3-4 боя мы с тобой здесь сделаем. Постараемся, да? Но опять же, опасность большая. Но кто не... Кто, как говорится, не рискует, тот не пьет кока-колу вместе с квасом взятым. Ага, Лео, будь добр. Будь добр. Накажи их. И он, как всегда, добрый, наказывает. А мы с тобой спокойненько проходим дальше. Я думаю, сейчас где-то будет 42-я, 40-я позиция. Давай проверим, прав я или нет. Ать. Ну, ребят, ну, на единичку ошибся. 41-я. Так, выбираем с тобой. О, Асхат, Захар. Кион. Нет, я возьму, наверное, Асхат. Схат, будем с тобой спарринговать. Раз, два, три. Еще, да, получается бой. Может быть, там, если мы с тобой в хвост обратно уйдем, может быть, там кого-нибудь тоже можно будет взять. Ну, 3-4 боя, как я и говорил, у нас, наверное, с тобой сегодня выйдет. Хотелось бы, знаешь, куда зайти? В мастеров Лигу 3 звезды. Смотри, как идеально все идет. Вообще шикарно. Несмотря на то, что даже постепенно урон не вешается, у них остается очень мало здоровья. А знаешь, почему это, кстати? Ты не забывай, что мы с тобой у Саги в последней серии проапали еще на один уровень. И ты смотри, как уже, ну, чувствуется сила, согласись. Вот, 98 уровень у него. Вот я прям чувствую, ребята, насколько он силен. Как он уже валит. Так, 30-я позиция. У нас с тобой 10 откатов, и возьмем, наверное, Анх. Так, Лео. Тут у нас с тобой вот последняя тройка финалистов. Ну, мы можем с тобой, знаешь, как рискнуть? Рискнуть. Вот так вот. Но если сейчас пойдет что-то не по-нашему, не по-моему, да, то все тут. Вот эти три парня даже полетят. Ой, как далеко. И ой, как больно им будет. Так, смотрим за Усаги. Немножко смущает меня Дони. Даже не то, что немножко, множко смущает. Ать! Это хорошо, ребят, это просто нам сейчас повезло. Ну как, пробьешь ты его? Прикинь? Ты прикинь? Вот этот вот мелкий Лео, да? Классический. Пробил Дони фильм. Просто. Ты посмотри, 48 уровень. Пробил 78-й. 30 левлов разница. Молодец, красавчик. Что я могу еще сказать? Причем скилл не прокачанный был по полной программе. Так, ну что, у нас здесь... Ага, Джейсон есть. Ну, давай Джейсона возьмем. Тут довольно такая специфическая команда. Донателло, да? Плюс даже два Донателло. Плюс Пит и Крис Брэдфорд. То есть, если им дать тут разгуляться... Ой, ребята, будет плохо. Особенно Донателло, если пойдет... В разгул вместе с Крисом.
А Рафаэль, если сделать свою суператаку, то не сносить головы, как говорится, вот этим трем персонажам крайним, которые у меня стоят, да? Вот этим вот. Слушай, ну, посмотрим сейчас, не буду загадывать. Опа, постепенный урон, ребята, конечно же. А так бы, прикинь, ему достаточно было бы просто, наверное, бросить сюрики, массовую атаку, и троечка упала бы у меня. Потому что 50 уровня. А он был бы, а он 79-го. Ну да. Так, ну что, друзья мои, мы с вами поднимаемся. Ать. Ну я надеюсь, что еще один бой мы с тобой осилим. Возьмем мы, наверное, здесь Виктора. Да, возьмем именно Виктора. А вот кого брать в команду уже, я даже не знаю, ребят. Вообще, вот тут именно здесь вообще большая опасность. 45 уровень. От этих ребят вообще не жди никакого толку, никакой помощи. Они ничего здесь делать не смогут вообще. Если мы сейчас фейлимся, проиграем, то только благодаря тому, что я, ребята, очень сильно рискнул. Дони выживет здесь. Даже два Дони, скорее всего, выживут. Ну да, да. И вот, постепенный урон. Все, ребят, я спокоен. Раз. И два. Усаги красавчик. Ну что я могу сказать, красавчик и все. А вот если бы не было бы, то, конечно же, я бы сейчас ругался бы на него. Ну что, друзья мои, ай, какие мы молодцы. Мы с вами в мастере 3 звезды. Давай еще один бой попробуем с тобой. Как говорится, ну, для закрепления, да? И возьмем мы, наверное, с тобой Семена. Возьмем с тобой Семена. Возьмем сюда, наверное, Зека. Так, потому что, ну, тут уже действительно предел мощности. Здесь уже нельзя фейлиться. Так, Леонардо, Рафаэль. Ну, ту-ту-ту. Как говорится, командочка-то тут тоже достойная. Причем 80 уровня. Так. Ладно, предположим. Бросаем бомбочку. Оу, все. Все. Семен проиграл, ребят. Ну, он в этом не виноват, естественно. Если бы он знал, он наверняка бы так легко бы не сдавался бы. Но за него сыграл компьютер. Так, и самое главное, что мы где-то сейчас, ну, получим с тобой 86-ю, 85-ю позицию. Наверное. 87-ю, да. Меня лично это устраивает вполне. Вполне устраивает. Если мы еще с тобой останемся, сохранимся здесь до завтра, то, я думаю, мы быстренько с тобой получим Лигу мастеров 3 звезды топчик. Да. Что-то я хотел сделать. А вот что? Дубли разменять, наверное, да? Кстати, сколько у нас? 13 тысяч мутагена, не хватает. А тут уже нужен будет 30-ник, насколько я помню, да? 30, почти 31 тысяча мутагена. Угу, вот так вот, друзья мои. Но зато отмучимся, потом уже будем кого-нибудь другого прокачивать. Уже давно просили Рэя и прокачать. Ой, что я сделал? Господи, я не то, ребята. Не то сделал. Ну вот, ну как вот так можно, было лопухнуться? Спешим, постоянно спешим. Спешка все это. Да, Крис. Скучаешь по платиновому рангу. Ему, наверное, так обидно, да, ребята? Он, считай, один из первых, кто у нас появился, да, вместе с Лео, вместе с Карайкой. Ну, Карайка тоже, в принципе, как ты видишь, не в платиновом ранге. Но все-таки Крис Брэдфорд больше принимал участие в боях, чем Карайка, та же самая, да? Шреддера нам еще с собой нужно прокачивать, об этом не забывай. Мне сказали, если я его прокачаю хорошенько, он будет топчиком. Посмотрим, друзья мои. Да, очень много дублей. Кстати, здесь тоже не хватает, смотри, всего лишь 13 ДНК. 13 ДНК, и он станет у нас топчиком фуловым. Так, что у нас тут еще? Носорог, блин, как бы тебе... Ему нужно, ребята, 330, а у нас всего лишь 200 золотых осколков. То есть 130 осколков, и мы его переведем, да, мы его переведем с тобой в золотой ранг. Тут еще есть вон персонажи, которые должны перейти у нас в золотой ранг.
в ближайшем будущем. Угу. Тут тоже не хватает, смотри, совсем немножко. Буквально 21 ДНКшки. Ну а дальше уже так. Вот здесь тоже, ребята, Леонардо. Видения тоже немного не хватает. Так, давай здесь. Ну, Майки, 90. Ребята, 9 ДНК и все. Он в золотой ранг у нас перейдет. Да? Спокойно причем. Ну что, дорогие друзья, на этой ноте я буду закругляться. Серия немножко коротенькая, но я же говорил, что мы пройдем с вами сегодня в один день и городская война тени на солнце, и черепашью бурю. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.